А вот взрослым, которые собираются в отпуск и имеют право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги, специалисты социальной защиты населения напоминают, что она предоставляется только на полгода. И по истечении этого времени необходимо снова предоставлять документы, подтверждающие право на ее получение. Если этого не сделать в установленный срок, за пропущенные месяцы субсидия насчитываться не будет. Так что людям необходимо самим следить за сроками, особенно в период отпусков. Кстати, на сегодня в Ноябрьске воспользоваться субсидией на оплату ЖКУ право имеет чуть более 2000 семей. Сейчас мы знаем, что у нас сезонный будет выезд горожан, особенно пенсионеров, не работающих, как бы в центральные районы России. Да? И в связи с этим мы рекомендуем гражданам, которые получают субсидии и у которых период выпадает на время предполагаемого отсутствия, обратиться заранее и переоформить субсидию раньше, до окончания периода текущей субсидии. Это возможно.